В этом видеоролике мы приготовим тосты с яйцом пашот в мультиварке Витек ВТ-4216. Нам потребуется 2 яйца, 2 ломтика бородинского хлеба, 30 грамм сливочного масла, 2 зубчика чеснока, 4 ломтика сыра, половинка огурца, соль, перец по вкусу, 2 веточки укропа, 2 столовые ложки кедровых орешков и 900 мл воды. В чашу мультиварки налить 900 мл воды, закрыть крышку, включить режим варки на пару на 15 минут, пиалу выстелить пищевой пленкой, смазать пленку маслом, посолить и поперчить. Разбить в пиалу яйцо. Завязать пленку, оставив немного свободного места над яйцом. Через 10 минут вода закипит. Поместить 2 мешочка с яйцами в чашу мультиварки, закрыть крышкой и варить 5 минут. Затем достать мешочки из чаши, воду слить, включить режим жарка на 10 минут. Чашу протереть, поместить в нее оставшееся сливочное масло, дать маслу растаять, выдавить через пресс чеснок, выложить ломтики хлеба и обжарить их 2 минуты с одной стороны и 2 минуты с другой. Выложить хлеб на тарелку, полиэтиленовую пленку разрезать, достать из нее яйца и положить на хлеб. Также на хлеб положить сыр, кружочки огурца, украсить веточкой укропа и посыпать кедровыми орешками. Тосты с яйцом пашот готовы. Приятного аппетита! Витек. Здоровый взгляд на технику.